Немало актуальных вопросов накопилось у молодежи к старшему поколению, и получить на них ответы можно только в конструктивном диалоге. Так молодогвардейцы Щелковского района организовали встречу с депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным. Обсудили множество тем, которые живо интересуют каждого представителя современной молодежи, от досуга и жилья для молодых специалистов до выборов. Считаю полезным, потому что меня это подпитывает теми идеями, которые молодежь выдвигает свои, потому что не всегда нам, взрослым, можно понять нашу молодежь, за что нас частенько ругают. Помимо молодогвардейцев, во встрече приняли участие члены районного молодежного парламента, центра «Навигатор» и движения «Местные». Тема досуга, пожалуй, затрагивает интересы любого представителя молодежи Щелковского района. Интересовало участников встречи развитие массового спорта. У нас просто в последнее время стали обустраиваться площадки по воркауту, но также очень мало площадок или заведений, где можно было бы именно в комфортном положении позаниматься, именно бюджетных вариантов. Владимир Шапкин отметил, что сейчас в Щелковском районе, как и по всему региону, стараются сделать спорт максимально доступным. Новые площадки для воркаута появляются как при школах, так и просто во дворах. Однако важно, чтобы молодежь могла заниматься спортом круглый год. Такие условия должны создаваться в новых комплексах и в уже существующих муниципальных учреждениях. ФОКи, которые мы делаем, они уже все абсолютно в проекте. Мы своим коллегам из правительства говорили, чтобы обязательно были вот эти силовые упражнения. И они действительно, сколько фоков, вот я побывал, даже ледовая арена наша, там есть зал воркаута. Интересовалось молодое поколение парламентариев Щелковского района и общими принципами работы Московской областной думы. Вот у нас сейчас новый такой состав подобрался, активных молодых ребят. И хотелось бы чему-то учиться, да? Можно ли организовать выезд в облдуму и посмотреть, как вообще заседают люди? Может быть, комиссии, не всей облдумы, а на какую-то определенную комиссию, просто посмотреть, как это все происходит на таком уровне, более высоком. Просьба наш парламент молодежный соорганизоваться с Еленой Леонидовной и экскурсию в Думу в течение дня, ну, как это мы делаем. Не упустили молодогвардейцы возможности поговорить об одном из главных событий этого года – выборах. Интересовало все – от предвыборной гонки до предварительного голосования. Мне бы хотелось поинтересоваться, что такое праймерис. Чтобы мы построили демократическое общество и была конкуренция идей, конкуренция людей, вот эта идея была заложена в предварительном голосовании. Желающих было много выдвигаться, а вот чтобы получить это право выдвижения, нужно было создать такую форму. Также обсудили особенности молодежной политики и проблемы приобретения жилья для молодых специалистов. По завершении ребята отметили, что встреча прошла в позитивном ключе. С Владимиром Николаевичем пообщались очень продуктивно, я считаю. Мне лично очень понравилась беседа. Не было официального какого-то именно направленности, официальной. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».